Сегодня мы находимся в Национальном научном центре морской биологии и расскажем вам, какие исследования и разработки осуществляются на базе института. Несколько лет назад в стенах этого института путем переговоров с руководителем было принято решение о создании компании. Компания, которая будет заниматься разработкой биологически активных добавок. Компанию такую мы создали, совместно, подчеркиваю, назвали компанией «Мир». Основная миссия деятельности научно-производственного объединения Института морских инновационных решений – дать людям возможность сохранить и укрепить здоровье качественными продуктами из морских глубин северной части Тихого океана. Поэтому совместно с институтом были созданы селективные энтеросорбенты, способные очищать организм на клеточном уровне и укреплять иммунитет. Так, биологически активные добавки научной лаборатории «Море сил» выпускаются по трем направлениям. Обогащенные омега-3 морскими гидробионтами, адаптогены морского и природного происхождения и натуральные сорбенты. В качестве интерсорбентов мы используем вещества природного происхождения, которые получаются из растительного сырья. Это именно пектины и альгинаты. Пектины – это полисахариды высших растений, альгинаты – это полисахариды бурых водорослей, то есть морского происхождения. Одним из самых интересных объектов, которыми мы занимаемся из морского сырья, это является галатурий и осидия. Из галатурии мы занимаемся трипангом и кукумарией. Обладают общеукрепляющим эффектом, ну, в том числе и адаптогеном, то есть способствует восстановлению организма после стрессовых воздействий. Осидия, она также является адаптогеном. Энтеросорбенты применяются при различных отравлениях организма, включая тяжелые металлы и радионуклиды, а также полезны при алкогольно-пищевых перегрузках, изменении обычного образа питания и других состояниях, связанных с нарушением обмена веществ и желудочно-кишечными заболеваниями. При ударной дозе, например, удвоенной дозе, они оказывают легкий слабительный эффект. С одной стороны, он стимулирует перистальтику, вызывает опорожнение кишечника, а с другой стороны, при этом он снимает токсические эффекты, которые являются основной угрозой при запорах. Помимо энтеросорбции, другим интересным действием является выраженный гепатопротективный эффект. То есть при снятии токсикоза получается разгрузка печени, и у нее есть время и возможности для восстановления. Продукция представлена в аптеках города. Сюжет создан при содействии Центра «Мой бизнес» и Министерства экономического развития Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.